В этот день в деревне Горки было шумно. Веселая музыка и детский смех. Десятки ребят решили стать свидетелями открытия новой детской площадки. Раз, два, три! Проект реализован в рамках губернаторской программы, за годы проведения которой на территории Ленинского городского округа открыто 10 детских площадок. Сегодня к этому числу прибавилось еще две. Это в Горках и в деревне Большое Саврасово. Наверное, самым важным отличительным особенностью от тех площадок, которые делаются, скажем, за муниципальные деньги, либо по каким-то другим, то они все возникают в тех локациях, где голосуют люди. Это обязательно. То есть мы видим, что это самая современная, самая такая насыщенная всеми активностями площадка, которая только может быть. Ирина Цгоева в Горках живет более 30 лет. Вспоминает, в ее детстве ничего подобного не было. С рождением собственных детей ситуация не особо изменилась. Из развлечений только лес и речка. Новые площадки рады всем семействам. Сейчас совсем другое дело, грубо говоря. Многофункциональная площадка и для маленьких, и для больших. То бишь дети сюда бегом-бегом, мама, когда пойдем. Новая детская площадка выполнена в соответствии со всеми стандартами. Прорезиненное покрытие, ограждение, есть лавки, урны, информационная табличка, игровые элементы, хорошо установлены, крепкие, качественные, для того, чтобы дети могли уверенно играть. А вот стиль площадки космический. Все очень круто, весело, интересно, всем все очень понравилось. Очень классно. Какой самый любимый аттракцион будет, так сказать? Качели. Праздничному настроению способствовала и развлекательная программа. Аниматоры подготовили для ребят разнообразные игры. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.